Постель лечусь. Иди сюда. Стоять. Сид. Команда сидеть. Дай-ка я с тебя сниму. Железу по. Не мочить. Идем сюда. Вон Рич, Рич, вон, вон, вон. Вперед. Вперед, вперед, подай. Давай, малыш, давай, давай, давай. Подай птичку. Умничка, давай, выходи. Ты ж мой мальчик, ты ж мой хороший мой. Помощник мой, помощник мой. Давай. Молодец, пеструшочек мой. Мальчик мой, с полем нас. С полем мой хороший. Давай пошли побегаем, послушаемся. Пойдем. Ребят, всем привет. У нас 1 апреля. И я со своим курсхаром Ричардом приехал на весеннюю охоту. И охочусь в данный момент на селезня с подсадной уткой. Охота у нас открыта с 20 марта. Я уже 3 раза был на охоте, но каждый раз безрезультатно. Вчера приехал на разведку на реку, потому что на реке уже пошел паводок. На старом месте, где у меня до этого стоял скрадок, охотиться там уже невозможно. И я прошелся вдоль берега и, скажем так, произвел небольшую разведку. Ну уж думаю, раз приехал на разведку и решил, конечно же, остаться посидеть немножко на вечерку. Налетели на меня утки. В общем, села пара на противоположном берегу и пара возле моей подсадной. Я, друзья, на них полюбовался, но стрелять не стал, так как боялся зацепить утку. Вы знаете, все-таки не за мясом я сюда приезжаю, а хочу для вас сделать красивый кадр. Ну и, в общем, уточки уплыли целыми и невредимыми. Сегодня я приехал с Ричардом рано утром. Мой скрадок стоял вон там наверху, видите, там прибиты 2 жердины. Я в этом месте в том году здесь тоже охотился. Сели утром, вроде бы все неплохо, и утка потихоньку включалась, работала. Утки было очень много. Но понимаете, парадокс. Вот каждый год у нас, конечно же, одно и то же. Природа не меняется. Наш берег всегда в снегу, а противоположный берег уже в это время всегда оттаянный. Вся, что утка налетала, она вся садилась вот на противоположном берегу. Утки было очень много. Были черки, криковые. Да, я охочусь с собакой, конечно, мне есть кому подать, но все-таки я стараюсь такими моментами особо не рисковать. На реке Половодье очень сильное, друзья, течение. И на этой реке я не раз уже, как бы, да, в своей практике видел, как ставить сети. И в том году именно здесь же я одну сеть выдергивал ее и резал ножом. Не дай бог, что случись, река глубокая, я даже не смогу своей собаке и помочь. Но я думаю, дай-ка я переставлю свой скрадок сюда пониже, да, к воде. Все есть оборудовал, буквально прошло 5 минут, налетает пара, но пара, да, утка подкрякивает, утка дает осадку. Конечно, она не так работает, как бы хотелось, но она работает. И пара начала ко мне всплываться. И, друзья, вот он, первый селезень 2024. Очень счастлив, очень рад, что открылся. Ну, во-первых, большое спасибо моему четвероногому другу. Без него бы, друзья, ничего бы не случилось. Сам бы я за эту утку, конечно же, не полез. У речухи надет неопреновый жилет, лежит на пенке коврик плюс. У меня такой взят плед, его укрыл. Знаете, собаку нужно все-таки беречь. Так что ладно, продолжаем, братцы, охотиться. Можно уже прожать пальчик вверх. Ну и смотрим дальше. Возможно, нам удачка еще сегодня и улыбнется. Да, пеструшок? Время начала 12-го. Утка, естественно, уже перестала летать. Да и моя подсадная не работает. Все-таки самое результативное время для охоты с подсадной — это утрянка и вечерка. Давайте проверим нашего селезня на наличие паразитов.
Проверить птицу очень легко. Вот мы его берем, делаем начип на груди. И делаем надрез. Вот так вот. Видите, мясо темное, чистое, значит, селезень здоровый. Бывает такое, что прям в мышечной массе такие белые, как рисинки, червяки. Эта утка уже, друзья, больная. Ну все, не ругайся, не ругайся. Ты что, запуталась, что ли? А, Глаша, ты запуталась здесь, девочка. Не ругайся, не ругайся. Иди, моя хорошая, иди. Ну, сейчас домой поедешь, да? Все, не ругайся, не ругайся, девочка. Иди в тепленькое место свое. Ребят, ну под конец нашей охоты давайте расскажу, как будет проходить розыгрыш шейного ножа на моем канале, который для меня сделал мой товарищ Серега. Серега, спасибо тебе большое. В общем, под этим видео в комментариях вы пишите любой комментарий. И самое главное, чтобы было слово «участвую». В пятницу я проведу стрим на своем YouTube-канале. И через рандомайзер, как бы, да, мы выберем случайный комментарий, который вы оставили. Результаты розыгрыша, друзья, я опубликую в телеграм-канале «Мужская тропа». Ссылочку на телеграм я оставлю под видео в описании и в закрепленном комментарии. Ну а нас с Речухой сегодня, с Полем. Речуха, ты у меня лучший пес, лучший, красавчик, спасибо тебе большое. Без Речухи на такой реке, друзья, делать нечего. Ладно, всем спасибо за просмотр. Еще раз, всех с открытием весенней охоты. Настроение прекрасное, погода чудесная. Но, друзья, сезон только начинается. На канале будет, я думаю, что много удачных охот. Так что не забываем, подписываемся. Ну и всем всего доброго. Давайте, до скорых встреч. Петрушок. Хорошо? Удачно ты охотились? Удачно. Дай лапку. Молодец. С полем. С полем, ухожу. С полем. Мой малыш. Мой малыш. Мой малыш. Мой малыш. О!